Саша, привет. Здравствуйте. Да. Ну, давай немножко отвлечемся от тренировки. Да. Хочется, чтобы ты немножко рассказал о себе, о том, что предстоит. Я Александр Восток. Мастер спорта по грекорийской борьбе. Вот. Сейчас мы готовимся на майский турнир. Будет проходить в городе Хабаровске. По драке, ММА. Своего соперника, по словам Романа Николаевича, я знаю. Бой предстоит нелегким. Мы готовимся. Ты выступал вот на этих выходных на чемпионате края по грэпплингу. На этих выходных я участвовал на чемпионате Дальневосточного регионального округа ДВФО. По грэпплингу. И занял первое место весовой категории до 93 килограмма. Сколько схваток было? Провел 4 схватки. Соперники были тяжелые, особенно первый. Ну, насколько я знаю, это не твой вес, да? 92 килограмма. Да, это... я не согнал 1 килограмм в весовой категории, поэтому попал выше. Ну, ничего, мне и там повезло. Хотелось бы спросить все-таки по предстоящему бою. Соперник твой в какой весовой категории? Что за стиль у парня? Высокий, он низкий, борец, ударник. Как готовишься? Что, ну, твоя подготовка? Как ты? Подготовка проходит в плане соперником, в плане ударной техники и также акцент проходит на борьбу. Соперник высокий, мощный, тяжелый, ударник. То есть надо быть готовым, что будет держать я на расстоянии, подрываться. Ясно. Ну ладно, не будем тебе мешать. Тренируйся. Спасибо. Удачи.